Плавание – один из самых замечательных видов спорта, который, не перегружая организм, тренирует максимальное количество мышц и укрепляет наше здоровье. Немаловажен и тот факт, что водные виды спорта – это не только полезно, но и приятно. В минувшую пятницу состоялись соревнования по плаванию, где был разыгран кубок нашего славного города. По традиции местом спортивного мероприятия послужил Конаковский дворец спорта. На турнире царила светлая, но полная азарта атмосфера, ведь здесь собрались старые приятели и друзья, пожелавшие продемонстрировать свою подготовку и мастерство. Участвовали в турнире спортсмены разного возраста. Как взрослые, так и самые юные пловцы сражались до последнего вдоха. Вот что значит настоящий спортивный характер. Соревнования контролировались компетентным жюри, в котором состояли самые опытные тренеры и спортсмены. Ребята показали, что такое настоящий и красивый спорт. Конечно, побеждает сильнейший, но здесь нет и проигравших. Главное – это способность проявить себя и не бояться достойного поражения. Впереди у ребят еще много турниров и кубков, на которых они обязательно проявят себя с лучшей стороны и отстоят честь нашего города.